Зритель, ты это видишь? Где она тут, блин? И я вижу. Внезапно увидела. Она тут зацепилась за это. Я думаю, блин, помидоры, ты цветешь, цветешь. С начала сезона сажания помидор. И все никак не того. Ее грозились выкинуть. Но она, блин, вот все-таки. Все-таки дала мне один плодик в декабре. Созреет, наверное. Помидоры на окне. Если б я снимала вертикально, был бы шортс. Ну, мы это. Я тебе просто покажу цветы тогда. Тут, конечно, ну, надо бы, боже, чуть-чуть убраться. Кое-кого надо пересадить. Кое-кого разделить и пересадить. Кого-то тоже надо воткнуть в землю, но надо мне еще. Короче, мне надо чуть побольше горшок, чем вот этот. И это самое. Пара горшков у меня еще есть. И земли, наверное, чуть побольше еще. Потому что вряд ли все влезет в одну землю. Я это залью прям без заставок, сразу так, на сырую. Я не помню, говорила я тебе привет, зритель, привет, зритель. Привет, зритель. У нас тут зима, декабрь, 14 число. И пока, зритель.